Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2004 года выпуска, 4 литра автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 285 тысяч километров. Это, скажем так, легендарное японское качество. По своим каким-то причинам человек менял оптику. Где-то 3-4 года назад устанавливал вот эту тайваньскую линзованную оптику. Ну, смотрится красиво, работала исправно до тех пор, пока на линзе ближнего света на отражателе амальгама не кончилась. Все, теперь светить светит, а освещать не освещает. Поэтому также заказал фирмы Depo оптику, только под оригинальную, с обычным отражателем, с обычной лампой, без линз. И поэтому сегодня я заменю на этом автомобиле обе передних фары. Для этого я сниму бампер, так как нижние крепления угловые сбоку, ну и чтобы бампер не растягивать, мне проще его и удобнее снять. Открываю капот. Снимаю клипсы вот с этой накладки пластиковой. Клипсы не родные. Подбирали, видать, уже. Снимаются туго. Без вилки бы переломал их все. Снял 10 клипс и скидываю этот пластик. Одиннадцать. Вот здесь у нас открылось два крепления. Нижнее крепление фары. И верхнее крепление. А третье крепление у нас находится сверху с угла. Четвертое крепление у нас находится с угла под бампером. Вот здесь вот. Бампером где-то прижимались, вот она трещина. Поэтому сейчас посмотрю. Если получится открутить фару, не отгибая угла бампера, только сняв пыльник, локер, тогда откручу. Если нет, снимаю целиком бампер. Кручу вот этот саморез на подкрылке. И два самореза снизу. Здесь еще в глубине вот один саморез. Не знаю, помешает, не помешает, но я думаю, что лучше его снять. Теперь отодвигаю подкрылок.
Меня больше, конечно, интересует болт там, до него подобраться. А, изумительно, изумительно. Откручиваю болт. Сейчас я его выкручу, чтобы видно было, и покажу, где именно он стоит. Вот оно место. Куда свечу, здесь стоит болт. Также здесь у нас сверху болт крепления бампера. Вот он. А это не болт, саморез. Теперь отстегиваю бампер. Аккуратненько, сильно не тянуть его. И вот здесь на этой сидит защелки, и на этой защелке сидит. Болт у нас откручен, а теперь можно снимать фару. Все, снимаем фару. Отключаем разъемы. Все, фара снята. Фары фирмы Депо, номер 212-11D7R-LDEM. R — это правая. Точно такая же будет 212-11D7L-LDEM. Это будет левая. Такая фара. А, гидрокорректор придется, электрокорректор фар переустанавливать. Для этого со старой фары сейчас откручу его. Устанавливаю также лампу, а поворот и габарит у нас уже установится с патронами на автомобиле. Откручиваю корректор. Откручиваю вот этот корректор сейчас.
Считаю, сколько у нас оборотов, чтобы также закрутить в ту фару. Раз, два, три. 31 оборот получился. Теперь закручиваю также 31 оборот. Тридцать один. И поворачиваю корректор. Все, корректор тоже установил. Вот он защелкнулся. Устанавливаем на автомобиль. Так, ну что, подключаем. Подключаем разъем. Ну, мы его потом сможем подключить, гидрокорректор. Вставляем лампу габарита. Я здесь лампочку новую поставил. Вставляем лампочку поворота. И устанавливаем на место фар. Так, фара у нас заведена. Теперь ставим вверху вот эту направляющую, чтобы она у нас защелкнулась. Все направляющие у нас на месте сидят. Наживляем болты. Саморезы. Все, его тоже наживил. Теперь протягиваю болты. Фару я притянул. Теперь устанавливаем на место бампер. Все, бампер защелкнул. Закручиваю саморез. И устанавливаю на место
подкрылок. Все наживил. Теперь поджимаем, поправляем и затягиваем. И снизу. Все, фару установили. Аналогичным образом устанавливаем вторую фару. И проверяем. Правая фара установлена. Левая фара установлена. Ставлю на место накладку, перемычку. И защелкиваю все клипсы. Ну, а теперь можно проверить. На этом все. Замену передних фар я закончил. Всего вам доброго.